Ты решил сделать это здесь? А чем тут плохо? Лучше назови это тем, чем оно было. Убийством. Ты думаешь, что если придешь на ферму один, без меня, без Рэндала... Заткнись. И ты думаешь, что они съедят ту лапшу, которую ты им навешаешь? История будет простой. Я увидел, как Рэндал тебя убил. Побежал за ним. Свернул ему шею. Будет нелегко. Но Лори и Карл это переживут. Переживут. Придется пережить. Почему? Почему сейчас? Я думал, мы все уладили. Мы пытались убить друг друга. Думаешь, можно это забыть и вместе пойти навстречу с закату, да? И ты готов меня убить? Трахать мою жену и заставить моих детей называть тебя папой? Этого хочешь? Такой жизни грош цена. Я тебя знаю. Ты не сможешь с этим жить. Откуда тебе знать, как я могу жить? Ты понятия не имеешь, что я могу и с чем живу. Сказать, что я могу, Рик. А что можешь ты? Я здесь. Давай, вынимай ствол. Нет. Нет, не выну. Я думал, ты перестал играть доброго дядю. Разве нет? Разве ты не поборешься за семью? Я лучший отец, чем ты, Рик. Я лучше для Лори, чем ты, чувак. Я крутой мужик, потому что готов бороться за них, понял? А ты вернулся, и теперь только все разрушаешь. Сломленная женщина. Слабый мальчик. И ты не знаешь, как это исправить. Вынимай ствол! Тебе придется убить безоружного. Следи за рукой. Тихо, тихо. Вот так. А теперь слушай. Еще не поздно вернуться. Ничего не произошло. Мы уберем пистолеты и пойдем назад на ферму. Вместе. Назад к Лоре, к Карлу. И забудем об этом. Будь ты проклят, что заставил меня! Это ты, а не я! Это ты сделал с нами! Это ты, а не я! Не я! Не я! Ha ha ha.